частицы. Доброе утро, YouTube! Мы продолжаем проходить The Last of Us вторую часть. У нас по плану... значит, что? Что было в прошлой части? Джоэла захватили, ему нахуй отстрелили колено. Это была Эбби, сучка такая. Мы сейчас идем спасать его. Вместе с Элли. Джоэл! И с Диной. Томми! Блять, зачем ты орешь? Ну зачем ты орешь? Это плохая идея. Это чё, Щелкун? Это был Щелкун? Звук Щелкуна? Нет? Ты в порядке, ты в порядке. Я могу здесь перелезть? Нет, не могу. Хотя мог, по идее. А, вижу. Чё ты видишь? Кого ты видишь? Подожди. Я никого не вижу. Джоэл! Блять, в одного Тони! Идет, в чужую хату еще орет. Ну ты что, тупая, что ли? Блять. Так, пистолет, патрон. Это либо Джоэл, либо его братюня. Тут ничего не открывается, нет. Так, вижу снизу. Ничего нет, ничего нет. Здесь что интересно, ты пока не подойдешь близко к шкафчику или еще к чему-нибудь, оно типа не покажется, что здесь что-то есть. Поэтому нужно обязательно подходить ко всему. Так, здесь никого нет. А чё он? Их только... Вот они, снизу. Снизу, прямо подо мной. Джоэл. Джоэл, жди. Давайте погружаться полностью в игру. Они на этом этаже или нет? Они ниже. Этажом ниже. Чёрт. Так. Чёрт. Тут есть что-нибудь на кухне? Блять, хорош их избивать. Вы чё, вы ему ногу нахуй отстрелили. Блять. Отлично, минус один. Держите ее! Отцепитесь! Руки свяжите! Отвалите от меня! Сука! Я тебя, сука, запомнил! Вы все сдохнете, ублюдки! За что, блядь? Что происходит? Отпустите его! Кто это? Отпустите Она пробралась! Его! Почему не было постов снаружи? Мы не думали, что кто-то появится! А чего вы ожидали? Надо уходить, пока за нами не бросился весь город. Все, хватит. Ты хочешь того же, что и я? Заканчивай. Быстро. Джоэл, вставай. Вставай, твою мать! Прошу, не надо! Не убивайте! Джоэл, вставай! Нет! Я вас всех убью! Нет! Thank you.
Ебать. Блять. Боже мой. Элли. Элли. Какой ужас. Джесси! Они здесь! Нет. Нет. Пиздец, убили Джоэла, еба. Привет. Привет. Я посижу, можно? Да. За что она его убила? Я еще за эту пизду играю. Ёб твою Мария мать. Мария хочет, чтобы ты поела. Она нас не остановит. Если захватим всех, кто нам нужен, чтобы справиться, Джексон останется без защиты. И что, мы их просто отпустим? Никто не хочет этого. Да, но так получается. А если снова нападут охотники? Это твои слова или ее? Нет, это довод. Если бы убили одного из нас, Джоэл был бы уже на полпути к Сиэтлу. Нет, не был бы. Абсолютно точно был бы. Мы даже не уверены, что они из Сиэтла. Вашингтонский освободительный фронт. Ты сказал, это было на нашивках. А вдруг они украли куртки? Тогда... Вдруг Вов уже не там? Чего ты добиваешься? Знаешь что? Я завтра ухожу. Если хочешь, со мной пойдем. Ты не представляешь, на что идешь. Ты не знаешь, сколько у них людей, оружия. И мне пофиг. Ты меня не отговоришь. Пойдем пиздить их. Ебать, Джоэла убили. Твоего братана, ты чё? Дай мне денек. Поговорить с Марией. Блять, тряпка ебаная. Хоть кого-то она отпустит. А если нет? Ну, я что-нибудь придумаю. Всего день. Один. Блять, за один день они съебутся далеко-далеко, блять. Им вообще похуй уже будет на нас, пока ты будешь думать. Все. Все. Просто пиздец. Убили главного героя с первой части. Я капец его любил в первой части. Блин. Взяли, слили в самом начале. Ой, бля.
Я найду эту бабу качка, я ее убью, блядь. Опять ниндзя режут лук, заебали, съебитесь. Чёртовы невидимые ниндзя. Хочу зайти в его дом до нашего ухода. Надо кое-что забрать. Хорошо. К лошадям не пробраться. Кажется, одну забрал Томми. И Мария велела закрыть конюшню. Пойдем на своих двоих. Томми, твою мать! Может, по пути что-нибудь подвернется. Машину, лошадь, что-нибудь. Ладно. Теперь все растянется намного дольше. Ну, значит, будет дольше. У тебя еще есть шанс отказаться. Я знаю. Не хочу, чтобы ты думала, что должна. Элли. Ты пойдешь, и я пойду. Вот и все. Дина мужик, а тот лох. Ты пойдешь за рюкзаком? Он у восточных ворот. Я его там заранее припрятал. Сразу видно, у кого есть яйца. Что тебе нужно, я принесу. Я сама. Ладно. Все нормально. Идем. Так. Я здесь подожду. Эли, что ты хотела взять? Так, если она здесь хотела подождать, ты навряд ли там что-то хотела взять. По-любому что-то где-то, что-то вот здесь. Нет? Картину не хочешь посмотреть? Нет, не хочешь. На кухне что-нибудь есть? Аптечка. Давай все. Да ты опять тоже тут. Чай этот приготовь, нормально, чайщик. Потом пойдем пиздить этих долбоебов. Сука, я надеюсь, я больше за эту качка не буду играть. Я как... Там аптечка по-любому есть. У меня желания нет за нее играть. Нету ничего, ладно. Походу надо наверх идти просто в спальню. У меня желание, охота, вот если мне дадут за нее поиграть, взять пистолет и застрелиться, честное слово. Просто такой тупой мув сделала. За что? Почему? Нихуя не объясняют. Просто взяла, захотела убить. О, это его часы же. Ух ты, какой пистолет, а. Так, это мы взяли. По-моему, я еще гитару могу обязательно взять, если я не ошибаюсь. Нет, не могу, подожди, я занят. Что-то случилось? Мы
гитару будем брать? Давай возьмем гитару. Не хочешь? Так, вот здесь картину можно было посмотреть, да? Угу. О, это фотография с первой части. Это его дочка. Да. Так, здесь ничего нету, да? Так, и последняя, это гардеробная. Вот, о, курточка, да? О, это тоже его с первой части. Все, попрощались с Джоэлом. Нет, не попрощались. Подожди, еще комната. А вот гитара, вот гитара. А, нет. Ах, эти обещания на закате. А можно гитару забрать? Нельзя? Блин, Зак, гитару пока нельзя забрать. Но она, по-моему, у меня будет. Я могу потом играть, скорее всего, на ней, потому что я это точно видел. Так, у нас женский состав Мстителей. Мария. Я ушел в Сиэтл. Хотел бы не уходить, но не могу. Эти люди должны понести наказание. Элли попытается пойти за мной, останови ее. Отбери пушки, запри лошадей и ее запри. Мужик с яйцами оказался. Выиграй для меня немного времени. Люблю тебя, Томми. Извини, Томми, что я в тебя ошибался. Его там просто убьют. Но тебя там просто убьют. А ты не дала нам людей пойти за этими скотами. Я не могла. Попытаешься меня запереть? Лучше б ты осталась. Чёрта с два я останусь. Лучше б ты осталась, но я тебя знаю. Ты пойдешь с ней? Да. То есть просто возьмете и уйдете? Да. Пешком? Да. Если придется. Я сказала в конюшне дать тебе одну лошадь. И патроны возьмите. Молодец. Спасибо, Мария. Пиздюлей им раздадим, там жестких прям. Всех внавтыка, особенно от того пиздюка. Сделайте одолжение. Который мне поебал дал. Верните моего дурака мужа домой. О, это твой муж. Ебать, он дурак, в одного пошел. Ну ладно. Идите, а то скоро стемнеет. Давай, девчонки, погнали. Все, время не ждет. Пора лететь. Они, скорее всего, далеко уже. Я забыл музыку выключить. Опять сейчас... Забанят за авторские права по мелодиям. Вторую часть жалобы кинули. Сиэтл. День первый. Я что, сейчас за Томми буду играть? Тот охотник держал его и топил, а... Джоэл не дотягивался до пушки. Боже, ты испугалась? Я вообще не думала. Просто подбежала, схватила ствол и пальнула ему в голову.
Сколько тебе было? 14. 14, все. А тебе когда-то впервые убило? Зараженного? Нет. Обычного человека в здравом уме. 10. Ого. А за что? Он угрожал моей маме. Я его пырнула. Черт. Ты круче меня. Да, я вообще зверь. Мы заблудились? Да нет. Ну-ну. Доверься мне. Так, в этой части ей 18 лет. А те психованные людоеды, про которых ты рассказывала? Один раз вы уже столкнулись с ними. Может, эти из ВОВ с ними связаны? Нет. Это другая группировка. Может, те контрабандисты из Бостона? Дина, у Джоэла было много врагов. Я не вижу смысла гадать. Ну ладно. Надо сначала узнать про них побольше. Она, короче, тупая немного. Она увидела зомби, пошла с ним драться. Это я про Эбби рассказываю, для Элли. Короче, пошла с ним драться, а там толпа выбежала. Она все равно начала драться, ее отпиздили. Если что, она тупая, вообще тупая. Качок, но тупая. Так что, девчонки, мы с ней справимся. На изи размотаем, хоть она там и на порядок сильнее нас, но пиздюлей мы ей дадим. С моими-то навыками я прокачался уже, все. Просто парирую, как бог. Все сделаем красиво. Единственное, шутер это не для консоли. Я до сих пор стреляю здесь как какой-то сильвер в CSGO. Поэтому за это сори сразу. Элли, машина. Где? Да, мы уже близко. Будь поосторожней. Ладно. Ну все, поскакали, ладно. Капец, а кто их здесь в лесу? А, это все заросло. Ну что? Ну, я ошиблась. Все-таки ты вела нас не наугад. Ебать, красиво. Ну туда, наверное, мне, да? Нет, да, не сюда. Нет же, да? Нет, не сюда. Значит, туда. Туда или сюда? Нет, туда, все. Вон точно, в город. Нам в город. Не из города, а в город. Ну блин, мир, конечно, красивый здесь. Я уже об этом не 100 раз говорил. Naughty Dog в этом умеют. Так, что здесь? По-любому можно захантить что-нибудь. Останься с искрой. Да ёпта. Ага. Да. Так, коллекционная карта «Звездные дети». «Звездные дети». Эмиру и Сорахоси. Это карточки. В 14 лет близнецы Эмиру и Сорахоси, гуляя в лесу под Киото, нашли необычный метеорит. Коснувшись его, они обрели способность к астрокинезу. Научившись поглощать звездный свет и преобразовывать его в поток энергии, братья быстро привлекли внимание общества защитников. Их обучением занялся Тессерактер, но его чрезмерная опека в конце концов им жутко надоела. Теперь они живут на улице, пытаясь найти цель и смысл для своего сверхъестественного дара. Дара — это дар, а не я. Ну ладно. Так, что вот это что здесь у нас? Патрончики, да? О, журнальчик какой-то. О, это карта, так. Добро пожаловать в Сиэтл. Все, мы в Сиэтле, окей, спасибо. Тут не показывать, да, где мы. Большая карта, походу, будет долгая миссия. Так, здесь больше ничего нет. А вот здесь что-то есть еще. Водичка. Есть там что годное? Я нашла старую карту. Ну, уже кое-что.
Так, ну пока спокойно. Предыдущая часть вообще просто экшоновая. Там столько. Да. Вспомни, как мы прячем наши дозоры. Как будто Майкл Бэй ее снимал там. И зомбаки, и погоня, и драки, и все-все-все-все. И драма. Так, давай сперва залутаемся. Пусто. Пусто. Что-то лажа какая-то. Вон там на стене, наверху. Подожди, здесь больше ничего нету? Подожди, вот же еще что-то. Воу-воу-воу, что тебя так шатает? Бляха, пусто. Что за хуйня? Почему ничего нет? Есть там что годное? Да нихуя. Я сказала бы. Опа, стопе, стопе. Это клетки? Изолятор. В Бостоне тоже такие. Тряпочки. Были. Есть что? Элли, есть что? Не подойдет? Все, лажа, нихуя нет вообще. Бич лут. Молодец. Что, давай подкинем друг друга. Подруга. Ну? Алло, подруга. А, блядь. Дина, помоги залезть. Я ж все зову тебя залезть, чтобы... А там нужно было наверх посмотреть, чтобы залезть. Меня не слышишь, что ли, подруга? Мы же команда. Охренеть, у Элли винтовка. Я посторожу. Два ты пистолета. Главное, попробуй открыть ворота с той стороны. Полный рюкзак. Хорошо. И она так эффектно поднимается по лестнице. Так, здесь можно, наверное, вот так пройти, нет? А, да, можно, можно. Аккуратно. Я думал, она сейчас пизданется. Так. Ага. Мне кажется, нам туда. Балансировать. Так. Туда, что ли? Ох, ебать, допрыгнула, молодец. Элли! Я в порядке. Но чуть не сдохла. Согласен. Давай, падай. Где эти ублюдки? Я очень надеюсь, что их сейчас не будет, потому что как бы ты одна... И тебе могут на изи пизделей дать. Как-то этого не хочется. Охуенно прыгаешь. Прям как Раха с Байконура. Байконура, говорю, с этого. С корабля космического. Так, кирпичик.
На всякий случай возьмем, пригодится. Конечно, не вышло. Конечно. Так, бутылка у меня дохренища. Блять, с той стороны зайти можно было. Второй раз уже так врывалась. Так, что за бумажка? Так. Главные ворота 0512, север 0013. Так, это у нас коды. Ожидается крупная операция. Айзек хочет, чтобы мы собрали как можно больше припасов в центре города. База Серевина. Забрать любое топливо из гаража. Заебало. Из гаража под судом купола. И доставить его в опорный пункт на базе Серевина. Ты почему перебиваешь меня? Я ж читаю. Ну, здесь хлам. Оп, о, это что? Это что? А, блядь, наёбка. Вот это генератор. Бля, сейчас ты же сейчас очень. Нахуя ты завела генератор? Ох, черт! Блять, еще чуть коньки не отбросили. Ладно. Ну, если это чтобы ворота открыть, то окей. Но нам сейчас пиздюлей отвечают, дадут. Пароль. Эй, все нормально? Что был за звук? Те ворота я открыла. Осталось с этими разобраться. Ну, мы в тебя верим. Спасибо. Кто мы? Вы слышали, она сказала «мы»? Типа не я, а мы. А мы вдвоем пришли. Мы пришли сюда вдвоем. Какого хуя она сказала «мы»? Ладно. Давай, еще громче. Второй генератор заведем, чтобы у нас все услышали. Ну да. Так. А где еще один генератор? Или я могу типа с этого? Нет, навряд ли я с этого, то дверь закроется. Блять, что, реально отсюда что ли тащить? Типа надо добежать? Побежали? А, ебать. Так просто? Сука. Подожди, я могу кидать. Голова! Только почему ворота не закрылись? Enter passcode. Так, стопэ, назад. Подожди, пароль. Главные ворота. Какой блок там? Не написано, да?
Так, вот они. Главные ворота 0512. Да. Есть. Блядь, мы с лошадью. Ебать, вы шумите вообще, ну прям. Ты чего? Не привлекайте внимания. Пора сваливать. Грехотнуло мощно. Ну, перебрыгни, пожалуйста, Элли. А как мы. А, мы перепрыгнем, да? Все. Что еще? Я нашла одну записку. В ней были коды. Говорилось про штаб ВОВ на некой базе под названием Серевина. Серевина? Пойдем искать? Если повезет, поймаем одного из них. Разговорим его, а там посмотрим. Решено. Так, ну навряд ли мне сюда. По-любому мне надо далеко-далеко бежать. Черт, смотри. Отель Серевина. Значит, о! Это здесь. Нам сюда. Ладно. Надо пройти через эти ворота в жопу Федра. Какое название? Зато сразу понятно. Подберемся поближе и осмотримся. Восточные ворота 2. Сейчас сразу прочтем. Восточные ворота 2. Восточные ворота 2, 53-45. Так, надо запомнить. 53-45, 5-3-45, 5-3-45, 5-3-45, 5-3-45, 5-3-45. Ты знаешь код? Да. В той записке их было несколько. Но сначала надо включить питание. Блядь. А чё сразу не сказала? Так, куда провод идет? Ну мы, короче, вообще без палева идем. Ну, попробуем. И воротами грохотнули. Бензина. Зараза. Блять. Что теперь делать? О, точно. Записка. Что? В записке говорилось, что бензин есть в гараже под судом и в куполе. Ну ладно. Гараж под судом и купол. А, ну и как мы будем искать эти места? Объедем округу, осмотримся. Как думаешь, Томми здесь побывал? Наверняка. Под судом и куполом. Но у меня же есть карта. Так, блин, а здесь гейты показывают? Под судом и куполом. Так, госпиталь. Seat of Waterfront Aquarium. Pinnacle Theater. Japanese Garden. New Station. А где Serenity, вот это? Его же нет. Ладно. Погнали искать тогда. Пент нужен. Так, купол. Купол вижу, все. Так, и где же мы? Мы где-то вот здесь. Отлично. Я буду отмечать по ходу. Во, нормально. Подожди, а что она какая-то другая стала? А, все понял. Так, окей. Мы здесь. Нам нужно в купол. Купол вот здесь где-то. Ну все, погнали. А что здесь, типа, прям открытый такой? Что такое произошло? Видимо, военные разбомбили тут все к чертям. Но зачем им это?
Ну, иногда они уничтожали районы, прорвались зараженные. Или бунтари. По-моему, это перебор. Ну, обычно помогало. Против зараженных или бунтарей? Всех. Черт. Поверь, тебе повезло, что ты росла не в зоне. Я склоняюсь к той же мысли. Центр выдачи питания. В Бостоне такие очереди были. Еда была дрянь. Я бы чокнулась. О, выдача топлива. И такое бывало. Пойдем топливо пиздить. А тут есть зомбаки? Кто-нибудь есть? Пока никого не видно. Ништяк. Обездвижив несколько противников светошумовой бомбой, вы сможете добить их мощными ударами. Светошумовым... Флешка, что ли, такая здоровая? Рядовой Миллер, поступили свежие данные об активной точке ВОВ на углу Спринг и Пятой. Берите свободных бойцов из своего сектора и срочно выдвигайтесь туда. Ликвидируйте всех подозрительных лиц, оцепите район и ждите моего прибытия. Сержант Уорд. Спринг и Пятая. Так. Ты же не написал ничего. А, мне типа туда надо пойти, окей, понял. А это что такое? Ура. В каждую кобуру можно поместить только одно оружие. Остальное оружие хранится в вашем рюкзаке. А, все понял. Чук-чук. Ну, прикольно, прикольно. Так, что нам? Подожди, а что, это все, что ли? Да нет, невозможно, не может быть. По-любому что-то еще есть. А Федра серьезно подошли к делу. В Бостоне еды вечно не хватало. Голод сводит людей с ума. Вот же, я же говорю, куда-то дальше можно пойти. Так, ну здесь, по идее, не должно быть зараженных, но могут быть люди. Что стоим? А я думал, она что-то будет делать. И тут зацепиться не может, да? Так, ну мы через подвал полезем, да? Куда мы, блядь, пришли? Чё за звук? Пролезешь тут? Давай, я подержу. Чёрт, зараженный. Не шуми. Блять, я думал, они все сдохли. Да я высокотравяной. Если вы присядете на корточки высокотравя, противника будет труднее вас заметить. Да, я понял. Их два здесь. Тихо. Раз, два, точно два. Ты можешь отвернуться, пожалуйста? Увидел, сука. Увидел, сука. На, сука. Ворот! Молодец, Элли, умничка вообще. На, ебать, ты красиво. Красиво вообще фаталити сделала. Ты чё стояла, блядь? Вроде всех уложили. Уложила. Мне кажется, ты меня сюда закинуть можешь. Нет? Нихуя. Ладно, пойдем дальше. Так. Блядь, не то нажал.
Ложись! Это Щелкун. Бля, Щелкун, Щелкун, сука. Два Щелкуна. А что, не спят? Блядь, два Щелкуна, два. Я могу на них доски скинуть? Иди нахуй. Разведнись, сука. Давайте тихо, без шума, мы просто проползем. Сука, смотрит в мою сторону. И просто все аккуратненько мы вот так вот обойдем. Вот и отлично. А ты где, дура? Ты че застряла, дура? Вот тупая. Бля. Мне что, их убивать по-любому надо? Ты дура? Ты чё застряла? Я, блядь. О, сука. Ты ползёшь? Чё хуйнёй занимайся, заебало. Охуеть. У всех на виду просто. Бля, всё, на пизда, на пизда, на пизда. Сука! Блядь, косой, сука! Шутеры не для консолей. 100 раз говорил и 100 раз еще скажу и буду всем это говорить. Шутеры не для консолей. Эта дура за мной не ползет. Беги теперь, беги! Вот он побежит, сука, Щелкун, ебать! Ебать, блядь, метки! Блядь! Да хуя патронов просто потратил на эту хуйню! Вроде бы все готовы. Я не пойму. Если бы тут оставались люди, они бы все отсюда вынесли. Может, они не дошли? Возможно. Блядь, пойдем мы сюда. Могли... Просто по стелсу пройти и никого не трогать. Нет, эта дура решила, блядь, ползти и блядь, всех убить. Я бы мог вот так залезть, послать всех нахуй. И убежать, и все. И не надо никого трогать, не надо ни с кем драться, не надо патроны тратить. Нифига себе. Это синагога? Эй, Элли, это синагога. О, черт. Задвижка с той стороны. Похоже, я нашла. Только как туда попасть? Ну, походу, сверху падать, да? Больше здесь ничего нет? Я вон там что-то есть, увидел. Блять, фонарик можно? Нихуя не видно. Так, ладно, поскакали. Здесь ничего нет, ни записки, нихуя.
Оп-оп-оп. Нужные вещи. Бля, сейчас стопудов здесь зомбаки и всякая хуйня будет, да? Да? Нет? Ладно. И все так легко? Вообще изи-пизи. Давай. Твою мать. Эй, не выражайся. Мы в молитвенном доме. Тут пусто. Вот дрянь. Блять, а где нам еще взять? Посмотрим в гараже под судом. Пойдем отсюда. А если бы я туда пришел, там канистры не было, типа, мне бы надо было сюда идти? Да, так вот, просто нахлынули воспоминания. Сестра постоянно таскала меня в синагогу. И сейчас молишься? Иногда. Правда? Когда? Перед выездом из Джексона. У могилы Джоэла. Иногда просто тихонько про себя. Ну что ж, ребят, закончим на этом очередную часть The Last of Us. Это очень-очень эмоционально, и у меня аж голова разболелась от начального эпизода. Прям сценарий здесь топовый. Но я ненавижу их, потому что они убили Джоэла, суки. Короче, всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями, подписывайтесь. Ну и, конечно, вы красавчики, 66 подписчиков. Всем спасибо, всех обнял. Você falou pra mim.